Генпрокуратура завершила проверку в колонии, откуда бежали 6 заключенных. Был обнаружен ряд нарушений, в том числе законодательство об оперативно-розыскной деятельности, связанных с непринятием надлежащих мер по выявлению и предупреждению готовящегося преступления. Заместитель генпрокурора России внес представление директору Федеральной службы исполнения наказаний с требованием устранить выявленные нарушения. Напомним, побег заключенных через прорытый туннель был совершен 22 сентября. Спустя неделю всех 6 беглецов задержали на территории Калмыкии. В отношении должностного лица исправительного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления.